70 миллионов на ремонт внутриквартальных проездов. Коммунальщики начали приводить дворы в порядок. 29 объектов будет отремонтировано за счет бюджета Братска. 34 – на средства Дорожного фонда Иркутской области. На сегодняшний день в работе уже 3 городских объекта. На очереди новый асфальт и парковки для 60 адресов. В этом году мы предусмотрели другой подход к работам. Будем выполнять в комплексе. То есть, если мы заходим, это ремонт внутриквартального проезда, расширение его, тротуар, парковка, то есть как бы в комплексно такая работа будет проводиться во дворе.